Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень интересное и вкусное блюдо. Называется чашашуля. Жена захотела чего-нибудь вкусненького, и вот на ужин я решил приготовить такое блюдо. Для этого нам понадобится где-то 1,5 килограмма говядинки, пару головок лука, где-то штучки 3-4 помидоринки, один болгарский перец, несколько зубчиков чеснока, кусочек сливочного масла и кинза. Ну, кинза у меня уже не свежая, она была заморожена, но тоже пойдет. И приправы. Кинза сушеная, мелиссунели и перец. Ну, естественно, соль и масло. Сейчас мы разогреем наш казанчик. Он уже разогревается у нас потихонечку. Добавляем туда маслица. Отправили нашу говядинку, друзья, и теперь будем все это обжаривать в золотистой корочке. Ну что, друзья, мясо у нас уже подрумянилось, до корочки стало. Теперь мы добавляем наш лучок. Все это обжариваем с лучком. Сейчас лучок чуть-чуть разогрелся. Золотистый корочка. Все хорошенько перемешано. И не забудем все это посолить. Хорошенько посолили. Зажарим. Здесь у нас, друзья, на гарнирчике варится картошечка. Любенькая. Все это будет с картошечкой, вкусненько.
друзья, лучок у нас уже чуть-чуть обжарился. Чуть-чуть подрумянился. Теперь мы сюда же добавляем наш перчик болгарский. И также его тоже немного обжариваем. Что, друзья, теперь отправляем сюда кусочек масла. Все хорошо перемешано. Теперь сюда же добавляем наши помидорки. Еще на это чуть-чуть дадим все это пожариться. Сразу же добавляем хмельные сумели. Добавляем конфет. Перчика. Запах какой, друзья, уже пошел сразу от приправок. Просто обалденно. Добавим перчика. Это перемешиваем. Запах просто, друзья, обалденный, непередаваемый. Друзья, теперь заливаем водичку. Вот он, вот кипяточек. Заливаем все это кипяточком. Еще чуть-чуть подсолим.
все перемешаем. Закрываем крышечкой. Закрываем крышечкой и забываем минут на 50. Через 50 минут мы с вами встретимся. Ну что, друзья, прошел у нас часик. 50 минут, часик чуть побольше. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Ох, друзья, какой запах идет. Это вообще непередаваемый, обалденный. Блюдо наше уже загустело. Место мягенькое. Так, ну что, друзья. Еще мы добавляем 5 минут до готовности мелко порезанный чесночок. 5 штучек у нас здесь. 5 головочек. И наш базилик добавим. Ну, как я говорил, у меня свеженького нету. Но он тоже свеженький, только с холодильника, правда, замороженный. Ну ничего, тоже пойдет. Нашего базилика. Все это перемешаем. Ну, друзья, запах вообще обалденный. Ох. Жена уже говорит, ждать не может. Говорит, кушать пора. Еще минут 7 надо подождать. Ну что, друзья, закрываем еще. Минуточек 5-7 подождем. И встретимся. Ну вот, друзья, прошло у нас 10 минут. Ух, запах какой обалденный просто. Ух, вкусняшка какая получилась. Так. Ну что, друзья, накладываем. На гарнир у нас, как говорил, картошечка. Друзья, запах какой, уже даже кушать хочется. Хочется уже кушать. Выключаем. Завтра еще сын в гости придет, так что все это, друзья, разойдется у нас быстро. Ну что, друзья, вот такая вот красота получилась. Сейчас мы это все попробуем. Мясо мягенькое, видите? Друзья, просто обалденно. Просто обалденно. Просто обалденно, друзья. Давайте, друзья, за ваше здоровье. Готовьте. Радуйте близких и родных. Давайте, друзья, приятного аппетита. Просто божественно, друзья. Ну что, друзья, кому нравится канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, всем отвечу. Пока-пока.